Ребят, всем привет! Сегодня мы найдем премки. Да, ребят, уже есть инфа, что в Москве появились Hot Wheels премиальные. Кстати, сзади меня находится детский мир, но нам, к сожалению, не туда, потому что премиальные модели появились в другом магазине. В этом видео ты, естественно, узнаешь, каком. Если ты, конечно, очень внимательный, ты сразу поймешь, где находятся премиальные модели Hot Wheels. Да, есть, отлично. Так, и еще хотел узнать, есть ли у вас другие модели? А на сайте числится, что у вас типа и мейны есть. Вот все, что есть. Ага. Все. Я просто еще не ориентируюсь. Так, те возьму я по-любому и эти посмотрю. Да, ну они у нас, поскольку в серии часть, там одни с другими стоят. Да, хорошо, благодарю. Мы находимся в мир кубиков, если кто не понял. Вот есть премиальные модели. Также мы уже позвонили, попросили нам отложить. Короче, естественно, мы попросили отложить кабана. Сейчас попозже вам его покажу. Также здесь есть, ну, короче, здесь пока полный сет. Кроме кабана уже, вот этих моделей. Кто разбирается, это типа бульвар, номер там 56, 57, 58, 59. Также здесь завезли у нас мейны. Сейчас посмотрим, что это за кейс. Пока сложно понять. Ну, если что, попросим потом коробку. О. Так, я думаю, вы уже поняли, что это за кейс. Я еще нет, мне надо будет посмотреть. Так, видим здесь интересные модели. Что там у СТХ, я не помню. Чуть попозже гляну. Так. Ага, зелененько. Так, ребят, модели, конечно, висят очень плотно. Ой-ой-ой. Так, конечно же, да, что-то падает. Так, ребят, видим, это NVN. Типа для зрения. Проверь свое зрение. Короче, кейс достаточно новый. 23-й год. Все очень клево. Так, единственное, не вижу, чтобы здесь было что-то прям такое мега интересное для меня. Поэтому, увы. Так, а это все модели, которые есть, да? Да, все, что есть. Коробочка. Ну, спецсерия. Кстати, премки считаю, что стоят более-менее нормально. Видим красный. Красный цивик. Так, ты хочешь узнать информацию, знает ли он, что такое редкий и нередкий? Еще есть, сейчас. О, тут чисто все красные, прикольно. Положили, короче. Прикололись. Прикольно. Цивик такой есть. Единственное, мне уже подписчик сказал, что отложил. Поэтому не вижу смысла брать. Так, ага. Черный. Короче, надо сейчас будет посмотреть, что это за кейс. Метро авиамоторный, да? Да, да, это метро авиамоторный. Ну, вот, кстати, модель ничего так прикольненько смотрится. Так, Бэтмены. О, Поршик. Поршик, наверное, возьму все-таки один. Так, они по 400 рублей. Да, я в курсе. Да, да, да. Цена, конечно, туда повыше, чем мы привыкли. Еще стало выше, чем мы привыкли. Но что делать? За это не Хэмлис. О! Мустанг. Короче, как так. Вот они одинаковые по артикулу, по модели, но вот эти очень редкие считаются, потому что они, ну, лимитированные, их сделали по-другому немножко. Ну, то есть они как брак идет, он просто идет по-другому. А брак это какой? Типа лицо? Нет, он не как брак, смотрите, то есть его специально красят, другую шляпку ему дают. Ага. И выпускают, ну, они по серии одинаковые будут, ну, номер у них одинаковый. Но у этого будет редкость выше, потому что он по-другому раскрашен. А штрих-код одинаковый? Штрих-коды тоже? Все одинаковые, да, то есть их специально не говорят о том, что они есть, чтобы на них охотились. Но это типа СТХ? Ну, короче, типа... Да, ну как... Hot Wheels, да? Ну, редкий раз. Грубо говоря, он может такой приехать, а может такой приехать. Артикул одинаковый, то есть... А вы их продаете по одной цене? По цене одинаковый, да. И сколько у вас такое стоит? 2199. Прикольно. Ну, я просто беру поп, ну, фанко-поп, только те, которые нравятся. Типа Мандалорец и так далее. Джокер, конечно, прикольный, но я думаю, зрителям будет интересно. Ну, просто именно так показать, в чем редкость. Так, ну что, ребят, давайте зайдем в детский мир. Чекнем, что там есть по-быстрому. И побежим в другой мир кубиков, потому что наш ждет еще один магазин. Еще возможность забрать пару моделей. Так, это для тех, кто в чате, короче, стебался, говорил, что ничего, так сказать, редкого нету в магазине, в Москве. Сказал, что, наверное, очередной бульвар. Да, ребят, бульвар. Так что это,
пока прикольнемся. Так, все. Короче, это маленький пранк. Ладно, естественно, в видосе все увидите, что типа это мир кубиков, ребят. Так что все, чекайте мир кубиков. Кстати, лайфхак. Можете просто брать и звонить в мир кубиков, говорить, мне интересно та-то, та-то модель. Единственное, надо просто объяснить сотрудникам, потому что они вообще не шарят, что такое Hot Wheels. Надо объяснить за номер, короче, или модель. Типа в зал звонишь. Ну да, можно прям в зал позвонить, типа, и спросить. Вот мы сейчас так и сделали, просто сразу попросили отложить нам две модели, и вот нам отложили, единственное, пришлось сюда ехать час с лишним. Сейчас поедем в соседний другой магазин и попробуем еще ухватить две модели. А так сказать, две запакера. Чекаем штрих-код. А, тут его вообще даже в базе нету, ребят, так что кабана даже нету в детском мире. Не смотрите. Чекаем мейн, что тут осталось у нас. Так, на длинной карте одна штучка. Ну, на длинной, ой, на короткой карте 14 штучек. И матчбокс 22 штуки. Ребят, подходим ко второму мир кубиков. Также позвонил туда, тоже попросил отложить мне два према. Но эти премы пойдут не мне, а за пакеру. Он, возможно, их поставит на Авито по хорошей цене, либо, ну, для него по хорошей цене. Либо, может, даже будет разыгрывать. Точно еще не знаю. Так, ну что, пришли в мир кубиков. Так, ребят, вот здесь все висит. Ну, здесь, по сути, тот же самый кейс, что и в прошлом магазине. Я также до сих пор не посмотрел, что там за интересный кейс. Ну, честно, как-то прям вот, как увидел премы. Все, ребят, от мейна чуть-чуть отлегло. Понятное дело, что там за СТХ надо гоняться, все дела, но... Окей, давайте, если я СТХ пропустил, либо ТХ, то это для вас. Мне все-таки очень интересны именно премы. Так, здесь, короче, также полный сет именно этих премов, потому что, ну, сколько там, пару дней назад появились эти премы в данном магазине, еще мало кто о них знает, так что, ребят, для вас сигнал. Так, короче, не могу вытащить, вот здесь вот такая вот модель. Для вас, короче, сигнал идти в этот магазин, чекать, что у вас есть наличие. Как я понял, еще не во все магазины именно Мир Кубиков завезли премы, поэтому... Чекайте, ждите в своих. Ну, естественно, самое актуальное – это словить Мерседес по такой цене. И также в прошлом магазине сказали, что при покупке двух моделей на вторую будет скидка 30%. В принципе, выходит достаточно выгодная цена, если берешь сразу две модели. Здравствуйте. Дмитрий вот звонил по поводу... Да, машинок. Да, отлично. Так вот, да. Так что, ребят, тоже звоните в свои Мир Кубиков и спрашивайте наличие своих моделей, которые вы хотите получить. В принципе же, все могут так отложить, да? Конечно. Вот. Так сказать, это не привилегия блогера, меня вообще знать не знает. Это всем можно, конечно. И также вот я уже сказал ребятам, что у вас скидка 30% при покупке второй модели. Да, все верно. Сейчас у нас действует акция при покупке. А вот акция до какого числа? Сейчас скажу вам точно. А то видос выйдет только послезавтра, может уже поздно будет. Сейчас, секунду. До 30.04. А, до 30.04. Ну, отлично. Ну, в принципе, успеет. Так что, ребят, у вас еще есть время взять модели по скидке. Покупайте две модели, на вторую 30% скидка. Хорошая цена. Чуть-чуть дороже, чем в детском мире выходит. Но намного дешевле, чем в Хэмлис. Нету, да? Так, ребят, вот вытащил вам все модели, которые остаются здесь. И также здесь еще есть энное количество. Мерседеса здесь больше нет. Короче, по сути, пока по два сета заехало. В принципе, успевайте. Надеюсь, ваше тоже что-то приехало интересное. Может быть, у вас еще и Мерседес есть. Поэтому звоните, узнавайте. Конечно же, это можно назвать скайпингом, но мы залутали их, по сути, на двоих. Потому что я был сегодня не один с запакером. Он себе два заберет, я себе два заберу. Один, естественно, пойдет в коллекцию. Второй, возможно, пойдет на продажу, чтобы, типа, отбить, скажем так, затраты. Либо пойдет на каст. Еще подумаем. Хотите конкурс на этот Мерседес? Давайте, пишите в комментариях конкурс. Запакер вам сделает конкурс на этот Мерседес. Ну, либо он рафл сделает, что-то такое, короче, подумает. И также, ребят, для тех, кто досмотрел видео до конца, хотел бы сказать о том, что есть VIP-чат. И в VIP-чате есть информация о том, что данные модели уже вас ждут. Там я выкладываю самую важную информацию. Но именно в чат для VIP-ов показал, где можно приобрести данную модель. Естественно, они успели, уже самые первые все купили. Поэтому, если ты хочешь также залетать
самым первым в магазин и, скажем так, знать всю информацию именно из первых уст, залетай в VIP-чат, ссылочка на него есть в описании. Тебе надо зайти на Boosty, подписаться, и ты залетишь в VIP-чат. Все, ребят, всем хорошей охоты, всем хороших закупок, всем пока-пока.